Сергей Алексеев, черный день. Гудит, грохочет металлом битва, сошлись две силы на русском поле. Лавина стали, сошлась с лавины, смешались в схватке огонь и люди. Зловещей гарью покрылось небо. 12 июля 1943 года под селением Прохоровка, южнее Курска, произошло величайшее во всей истории Великой Отечественной войны танковое сражение. Почти 1200 боевых машин и самоходных орудий приняло участие в этом небывалом сражении. Через Прохоровку проходила железная дорога из Белгорода на Курск. Сюда и устремились теперь фашисты. Движутся фашистские танки, тигры, пантеры и самоходные орудия, фердинанды, на Прохоровку. А в это время навстречу фашистам идет советская танковая армия. Встретились танки, вступили в бой. Ворвались наши в ряды фашистов. Ближний бой выгоден нашим танкам. В ближнем бою теряют фашистские тигры свое преимущество. С близкого расстояния легче у тигра пробить броню. Легче зайти и ударить сбоку. Умело бьются советские танкисты. Достается фашистским тиграм. Но и наши несут потери. Разгорается ярче битва. На помощь танкам пришли самолеты. Повисли они над полем. Истребители, штурмовики, бомбардировщики. Наши и фашистские смешались в небе. И там, под солнцем, грохочет битва. На помощь танкам пришла артиллерия, наша и фашистская. Бьют пушки прямой наводкой, стойко стоят расчеты. Снаряды дырявят небо и землю. Солнце давно в зените, в полном разгаре битва. Плацдарм, на котором идет сражение, совсем невелик. Река Псел с одной стороны, с другой железнодорожная насыпь. С трудом разместились здесь столько танков. Тесно махинам на поле. Чуть ли не трутся они бортами. Все больше подбитых танков. Кострами пылает поле. То догорают танки. Дым над землей поднялся. Завесой окутал поле. Солнце в чаду, в тумане, словно чадру надело. Не утихает, грохочет битва. Самолеты все так же в небе. Все так же не умолкает раскат орудий. Клонилось солнце к траве, к закату. Устали люди, земля и небо. А бой все шел, все не кончался. И оставалось пока не ясно, кому быть в первых, за кем здесь сила. Ну вот, над полем пронеслось. Отходят тигры, и вслед за этим громом. Победа! Проиграли фашисты танковое сражение под Прохоровкой. Был 8-й день Курской битвы. Черным днем назвали его фашисты. Наступление на юге от Курска, так же как и на севере, закончилось для фашистов полным провалом. Всего лишь на 35 километров смогли здесь фашисты вперед продвинуться. Остановили и тут наши войска фашистов.